Телеканал «Отражение». Увидеть все. Узнать все. Разрешите напомниться. Театр Иванович Тамбовский драматический. ФАС. Профиль. Профиль, профиль. Вот так. Наш театр – это история в лицах. И наиболее заметным было лицо театра середины 20 века, времен Владимира Александровича Галицкого. В 1947 году июльским утром вступил новый главный режиссер театра на пыльную, изнывающую от летнего зноя Тамбовскую землю. И надо признать, Тамбов Галицкому сначала не понравился – обшарпанность, провинциальность и послевоенная бедность. Но впечатлило Галицкого здание театра, а главное – огромная оснащенная сцена и уютный зал. Сомнения покинули Владимира Александровича, и вскоре он перевез в Тамбов всю семью. Очень разительная перемена между главрежем Ларионовым, который был до этого, и Галицким. Это были совершенно разные люди с разным характером, с разным видением на жизнь, видением на спектакли. Ларионов отличался своей грубостью, если можно так сказать. И он был такой очень довольно солидный человек, высокий, с большой гривой, с громовым голосом. И когда он сидел на репетициях, это без конца разносился голос его по всему залу с хорошей акустикой. Ругал он актеров иногда до того, что были такие даже и нецензурные слова выходят. А Галицкий в противовес ему совершенно был другой человек. Очень был мягкий, тактичный. Его, конечно, не сразу, но постепенно его весь коллектив принял. Первая забота Галицкого была, каким спектаклем начать свою творческую деятельность в Тамбове. Репертуар 40-х-50-х годов не изобиловал интересными пьесами. Сборники пестрели примитивными и бесконфликтными пьесками и сценариями, в которых лучшее боролось с хорошим. Действительность в них была лакирована, типы и характеры героев сглажены, однобоки, с местными лентяями или бюрократами боролись передовики, положительные герои. Венчали вяленькие конфликты мудрые, хорошие секретари райкомов, которые все расставляли на свои места. К постановке Галицкий выбрал сценарий кинорежиссера Довженко «Жизнь в цвету», посвященный жизни и деятельности знаменитого тамбовского селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Собрался репетком, собрался весь творческий состав, долго обсуждали, потом, наконец, утвердили роли на Мичурину. Главная роль там, конечно, Мичурина и Калинина. Марина назначили играть Калининым. Он вообще ершистый довольно человек был, но как-то воспринял сначала не очень
хорошо, да я не сыграю, у меня не получится, я не тот тип. И с ним очень долго возили с гримом. Вот гример был такой, и парикмахер Коренев. Это без конца, значит, он гримировал, поднимался потом наверх ко мне в лабораторию, я его без конца щелкала в разных ракурсах. И помог, вы знаете, такой совершенно случайный случай, если можно так выразиться. Муж в это время тоже работал там, поднялся ко мне в лабораторию, он еще ходил в военной форме, и говорит, а давай-ка, Танька, снимем вот такую сценку, вроде Калинин награждает меня орденом. И мы, значит, я пощелкала, выбрала хороший кадр, правда, получился замечательный. Я, значит, бегом к Владимиру Александровичу. Я говорю, Владимир Александрович, ну разве это не Калинин? Он говорит, ой, говорит, Калинин. И так его утвердили. Галицкий горячо принялся за наведение порядка в театре. По его настоянию была обновлена система отопления театра. В здании сразу стало уютно. Первый успех Галицкого в спектакле о Мичурине укрепил позицию художественного руководителя театра. Не на самом высоком художественном уровне были детские спектакли. Дети во время представления зевали, бегали по залу, переговаривались. Также довольно разболтаны были взрослые спектакли. Владимиру Александровичу пришлось пойти на сделку с совестью и выпустить эти сырые спектакли на зрителя. В театре существовал производственный план, который надо было выполнять. Из новых пьес зрителям запомнилась пьеса «Молодая гвардия» Фадеева. Партийное руководство усмотрело в романе недостаточно выявленную роль старших партийцев. По поселку бегают подростки и сами, без старших товарищей, на собственном патриотизме борются с фашистскими оккупантами. Но именно так трактовал Галицкий инсценировку. Спектакль имел успех. Особенно у молодежи. С этого спектакля начал налаживаться постоянный контакт с Тамбовским пединститутом. Трогательно повели себя в спектакле старые актеры, не занятые в нем. Неожиданно для Галицкого они вышли в робах-шахтерах, костюмах прохожих, влились в массовку. Весной 1948 года по приказу свыше вся власть в театрах перешла к директору. Вокруг имени жены Владимира Александровича, актрисы Коваленко, начались пересуды. И в это трудное для главрежа время директор Кропотов предложил использовать в готовых спектаклях гастролеров из известных московских театров. Так в «Бесприданницу» Островского были приглашены известные по кино актеры Алисова на роль Ларисы и Мартинсон на роль Карандышева. Потом был гастролером и Игорь Ильинский. Все спектакли прошли при полных аншлагах. В этом году Владимиру Александровичу удалось попасть в Москву. В столице, на актерской бирже, он встретил молоденькую девушку, выпускницу театральной студии при театре имени Станиславского, ученицу хатовца Василия Осиповича Топоркова. Это была юная Валя Леонтьева. После подробного разговора Галицкий согласился взять начинающую актрису в свой театр. Даже одолжил ей денег на дорогу. Спустя годы Валентина Леонтьева, так полюбившаяся по телепрограммам «Тетя Валя», тепло вспоминала этот год своей работы в Тамбовском драматическом. С наступлением апреля поток зрителей схлынул. Тамбовское население проводило вечера на огородах, сажало картошку. Галицкого удручало устоявшееся отношение тамбовского зрителя к актерскому искусству. По мнению зрителей, актер – что-то броское, яркое, пестрое и вычурное. Театру еще предстояло завоевывать своего зрителя. Лето театр провел в гастролях, в холодно принявшем спектакле «Мичуринский» и полюбившемся теплым приемом «Моршанске». Остаток лета труппа отдавалась отдыху на реке Цне, на острове Эльдорадо, к
куда ходил смешной катерок с боржой прицепом. С началом нового театрального сезона история со зрителем, а точнее с их отсутствием, повторилась. «Картошку копают!» – в один голос страдали уполномоченные по билетам. В репертуаре сезона классика Пушкина, Островского, Тургенева, Горького. Партийное руководство и комитет навязывают Сафронова, Сурова, Ромашина с их чисто советской драматургией. Галицкому пришлось взять к постановке московский характер Сафронова. В это время по стране прокатилась волна партийной борьбы с космополитами, борцами за буржуазную мораль, как это толковала партия. Тамбовский театр послушно осудил космополитов, но в своих рядах таковых не нашел. В этот сезон театр понес трудновосполнимые потери. Ушел из театра ведущий актер Александр Годлевский. Вернулась в Москву художница Аида Побережская. Незадолго до летних гастролей Галицкому позвонил корреспондент газеты «Тамбовская правда» Дмитрий Девятов. Через 15 минут на столе главрежа лежал набросок пьесы на местном тамбовском материале под названием «В Лебяжьем». После корректировок Владимира Александровича эта пьеса вошла в репертуар театра. Начались репетиции. Репетиции были очень трудными, потому что Девятов приходил и всегда вмешивался в этот процесс репетиционный. И говорил, что артисты мои, там артисты неправильно говорят и меняют текст. В общем, ему не очень нравилось. Владимир Александрович наконец сказал: «Дима, иди и придешь тогда, когда мы тебя пригласим, не мешай нашему процессу». Девятов, конечно, обиделся и ушел. Долгое время его не было. Потом он опять пришел, когда уже пьеса была, репетировалась на сцене. Он сидит в зрительном зале и кричал, что «артисты калечат мой текст, артисты извращают мою пьесу». В общем, вот такой вот процесс долго был, пока, наконец, он успокоился, и он увидел, что пьеса начинает обретать тот облик, которым она была достойно показана на сцене. В итоге спектакль имел большой успех. После премьеры за кулисы забежал вечный театрал, друг и помощник труппы, врач областной больницы, отоларинголог Лианский. Он радостно воскликнул: «Хорошо! Ей-богу, хорошо!» Его мнение считалось мнением основной части зрителей. Более того, из Москвы приезжал известный театральный и киноактер, художественный руководитель МХАТ Михаил Михайлович Яншин. После просмотра спектакля маститый театральный работник решил взять пьесу «В Лебяжьем» к постановке в МХАТе. Руководством Тамбовского театра решено было заявить этот спектакль на сталинскую премию. В феврале 1951 года в кабинете появился хирург областного военного госпиталя Николай Васильевич Архангельский. Он принес свою пьесу «Печать доверия» о жизни сельских врачей. Эту пьесу высоко оценил Николай Верта, к которому автор посоветовал обратиться Галицкий. Верта в это время жил в собственном доме в Горелом. Николай Евгеньевич в письме дал несколько советов начинающему драматургу. Пьеса вскоре также заняла место в репертуаре Тамбовского театра. Однажды в Тамбове организована была конференция. Конференция кустовая, так сказать. Приехали
близлежащих городов, такие как из Курска, Рязани, Орла, из Воронежа, актеры и некоторые режиссеры, в том числе очень известный режиссер из Горького Вершт. Это был один из самых известных и талантливых периферийных режиссеров. Зашел спор вообще, а стоит ли показывать на сцене местных драматургов. И вот. И когда выступал Вершт, очень убедительно он доказывал, что местная драматургия не имеет права быть на сцене, что если ставить местную драматургию, то это должна быть драматургия, которая могла быть поставлена на любой сцене Советского Союза в то время. Вот. И после его выступления был гром аплодисментов. Но, конечно, Владимир Александрович, он был большой полемист, умел держать аудиторию, умел разговаривать, обладал большим ораторским способностями. Он встал и начал защищать местную драматургию и доказывать, что хорошая местная драматургия имеет право на свое существование. Он так был убедителен, что после него был еще более сильный шквал аплодисментов, и, так сказать, победа осталась за Галицким. С удовольствием принялась труппа за работу над хрестоматийным «Ревизором» Гоголя. Это был первый спектакль, где Галицкий задействовал молодого актера Николая Пастухова. Этому характерному, очень энергичному и творческому актеру суждено было затем стать знаменитым. С середины 60-х годов он работал в столичных театрах, много играл в кино, особенно любил его режиссер Никита Михалков. Он давал роли Николаю Пастухову почти в каждом своем фильме. «Ревизор» не сразу завоевал любовь публики. Галицкому запомнился случай, когда длинную вереницу школьников учительница провела мимо театра и на вопрос «Куда направляетесь?» гордо ответила «В родину! На Тарзана!» Но спектакль вскоре нашел своего зрителя среди тамбовской интеллигенции. Театр давно мечтал ставить пьесы Николая Верты. Вскоре писатель уже читал свою пьесу «Три года спустя» на труппе. Политизированная в духе времени пьеса не имела успеха у зрителя. 4 марта 1952 года в театр пришла неожиданная телеграмма с непонятным поздравлением одного московского театроведа. Утром все окончательно открылось. Спектаклю «В Лебяжьем» присуждена Сталинская премия. Лауреаты – режиссер Галицкий и актеры Бунин, Коварская, Калиниченко, Марин. В театр на следующий день прибыло более 90 поздравительных телеграмм. Сезон этого года продлился удивительно долго. Закрылся он премьерой «Изобретательной влюбленной» Лопе де Вега аж 10 августа. Весна 1953 года принесла неожиданное известие. Умер Сталин. Бессмертный Сталин. Подчиняясь какой-то общей всесоюзной панике и горю, плакала вся труппа. Такова была сила вчерашнего вождя. Вскоре в городе сменился партийный руководитель. Первым секретарем обкома стал Алексей Михайлович Школьников. Он решительно взял над театром организационное шефство. Во время повторных летних гастролей театра по Украине был капитально отремонтирован театр, сменен директор. Даже бесплатные до этого билеты обкомовской ложи он приказал теперь покупать.
В отремонтированном здании театра пролетел год, который особо был отмечен постановкой спектакля «Порт-Артур» Степанова. В конце июля 1954 года театр поехал на гастроли в Москву. Повезли спектакли «Порт-Артур», «Родник в степи», «Печать доверия». Без ложной скромности можно сказать, что театр произвел в Москве на сцене театра имени Ермоловой настоящий фурор. Масса хвалебных рецензий, аншлаги и как кульминация посещения спектаклей знаменитым главным режиссером ленинградского БДТ Георгием Александровичем Товстоногим. Все в один голос отмечали свое лицо Тамбовского театра, его художественную неповторимость и великолепный актерский ансамбль. Все время, черпая наблюдения, Владимир Александрович устраивал выезды в районы, знакомство с колхозной жизнью. Огромную разницу видел Галицкий между лакированной действительностью в статьях газет, в книгах, фильмах и реальной жизнью. Доходило до того, что Галицкий уже решал отказаться от постановок сельских пьес. Интересный эксперимент провел Владимир Александрович при репетировании пьесы тамбовского военного хирурга Архангельского «Упорные сердца», где героиню, слепую девушку, прекрасно сыграла Валентина Филатова. Галицкий постарался как можно дальше отойти от привычной схемы репетирования, когда режиссер показывал актеру мизансцены, проводил так называемую разводку. Затем актеры заучивали рисунок роли, оправдывали, и процесс вступал в творческую стадию оживления режиссерского материала. В репетиции, к неудовольствию многих актеров, Владимир Александрович ввел этюды. Постепенно импровизационный процесс набрал ход. Актеры уже с интересом приходили на репетиции, ожидая каждый раз чего-то нового. Печально закончилась история постановки пьесы Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?». Разрешенная была пьеса, в конце концов, вызвала такую бурю негодования столичного культурного начальства, что тамбовскими партруководителями была немедленно закрыта. Несколько месяцев активной работы пропали даром. К окончанию своего десятилетия в театре Владимир Александрович почувствовал, что отдал Тамбовскому театру все, что мог, и пора уступать дорогу молодым режиссерам. После гастролей лета 1957 года он, не устраивая пышных проводов, покинул Тамбовский театр и уехал работать главным режиссером в Куйбышев. С отъездом Владимира Александровича закрылась еще одна важная страница истории Тамбовского театра. Но жизнь театра продолжалась. На смену Галицкому в Тамбовский театр главрежем приехал Ваховский. Но это начало совсем другой истории.